Ангелина Базян – активист движения «Первых». В его ряды вступила еще в сентябре 2023 года. Девушка с детства любит читать. Уверена, приобщить остальных к этому занятию поможет клуб любителей литературы. Возможность открыть его теперь есть. В Центральной городской библиотеке имени Крупской появилось первичное отделение российского движения детей и молодежи «Движение «Первых». Моя основная идея в том, чтобы действительно собрать круг единомышленников, которые любят читать книги, выставлять анонсы книг, чтобы заранее ребята читали книги, произведения, приходили, и мы обсуждали с ними основные ценности произведений, биографию автора, который написал книгу, выявляли цитаты из этих произведений. Напомним, российское движение детей и молодежи «Движение первых» было основано в 2022 году при поддержке президента России Владимира Путина. Участники объединения продолжают инициативы советских пионеров. Сегодня молодой человек может выбрать для себя одно из направлений, двигаться и реализовывать себя, применять свои навыки в этих направлениях. У нас сейчас порядка 5000 жителей, вовлеченных в деятельность «Движения первых». Это у нас есть и школьники, есть и студенты из вузов, есть воспитанники учреждений дополнительного образования, родители. Участники вносят свой вклад в развитие общества, находят единомышленников, участвуют во всероссийских и международных конкурсах, получают новые знания и навыки. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.